отличное шоу, ультра бесспорно яркий и самобытный музыкальный проект, в особенности для сибирской столицы, которая известна своим сдержанным музыкальным вкусом. Мы рассказываем какую-то общую историю в той или иной композиции, и это легче донести. Мы как бы становимся таким единым организмом, единым энергетическим шаром, который вот несет вот это вот, и с помощью и движений, и мимики, и в том числе то, что мы придумали, предположим, какой-то сюжет и так далее. Нам легче это донести. Скрипично-ударное трио соскало популярность неспроста. Ключ к популярности шоу «Ультра» — это энергетика, которой исполнители заряжают слушателя и зрителя. Шоу из света, звука и всегда безупречного вида музыкантов завораживает, если не сказать больше. Ты выходишь на сцену, ты заряжаешься какой-то такой вот энергией космической, я бы даже сказала. Особый стиль группы, который сами музыканты называют «Dynamic Drive», что говорит о максимальной энергии во время выступлений, это не только звук и свет, но и запоминающиеся яркие образы, которые прорабатываются тщательнейшим образом. Эмоции и драйв — это то, что участники группы возносят на пьедестал своего успеха. Музыка без рассказанной и прожитой на сцене истории вряд ли коснется зрительского сердца, в то время как энергетика не оставит равнодушным никого. Я думаю, это опять же из-за того, что вот Юля с Настей такие. Скрипачки Анастасия и Юлия, к слову, лауреаты международных музыкальных конкурсов, о чем, в общем-то, в силу обаятельной скромности говорят редко. «Ультра» — это сок моей жизни. Важнее всего подарить зрителю и слушателю энергию и сделать мир лучше. Это, как считают участники скрипичного шоу «Ультра», их главная цель.